Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online и новинки 14-го каталога. Новинок будет много, поделю видео на несколько частей, потому что, я не знаю, а то видео будет часа полтора. Итак, первое, что бы мне вам хотелось показать, это сумочка. Сумка называется «Поэзия». Материал у нее идет вверх эко-кожа. Так, подкладка 65% полиэстер, 35% хлопок, фурнитура, сплав недрагоценных металлов. Размер у нее 20 на 5, на 10, на 16 сантиметров. Артикул 110.85, сумочка стоит 1799 рублей, это по цене каталога. С нами, конечно же, скидочка после регистрации 20%. И вы знаете, очень мне эта сумочка понравилась, она клевая, она классная, буду с ней с удовольствием ходить. Наконец-то Faberlic мне сумочку выпустила на мой вкус. Да, то есть она тут, ремешок регулируется, да, длина ремешка, все хорошо, можно носить через, на плече, можно ее носить через шею, да, через грудь, так это наискосок. Тут идет две магнитные пуговки, да, как бы вот такие вот. Внутри тоже все очень удобно. Есть кармашек на молнии один, да. Тут внутри идет логотипчик Faberlic. Также идет кармашек. Ну и, в принципе, вот и вся сумочка. Ну, если ее сравнить, да, то вот новинка наша кисточка, ну, она вот впритык входит. Да, то есть вот такая вот аккуратная маленькая сумочка, которая, в принципе, вот на какие-то мероприятия, типа как... Да, допустим, это же ассамблея Faberlic, да, сюда войдет и сотовый телефон, и документы войдут, и войдет все, что захочется, да, ну, что-то такое маленькое, да, что-то какая-то косметика, зеркальце, еще что-то, да, то есть очень удобно. А когда большие сумки неуместны, то это маленькое самое то с собой носить, и она очень стильно, красиво и подойдет под любой гардероб. Далее. Конечно же, компании Faberlic исполнилось 20 лет, и компания может похвастаться, что у нее 19 зарплат в году, и она может их выплачивать. Вот вы представляете, 19 зарплат в году. Вот, конечно же, топовые лидеры зарабатывают намного больше, да, то есть это две дополнительные зарплаты в год топовые лидеры получают, очень даже крупные, да, вот особенно с уровня директора, да, если директор зарабатывает 25-40 тысяч, да, тире, смотря какая у директора личная группа, вот, то, конечно же, это просто круто, да, допустим, на 80 тысяч больше в год зарабатывать. Вот, далее, значит, 15 коллекций модной одежды выпускается в год, мужская, женская, детская, более 700 новинок в год. И, конечно же, Faberlic – это единственная российская компания в рейтинге топ-100 крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира. И в 2000 году третья в мире по темпам роста. Когда я это увидела, у меня, если честно, глаза на лоб полезли, потому что мы третьи в мире по темпам роста. Это круто, дорогие коллеги. Итак, первым делом, о чем мы с вами поговорим, это то, что компания перевыпустила опять-таки кислородный бальзам. Его в этот раз с продаж не сняли на несколько месяцев, потому что все ругались. Теперь он будет выглядеть таким вот образом. Вот этот красавчик. Приходит он в такой вот упаковочке. Это легендарный кислород, кислородный бальзам. Сейчас эта серия называется Oxyology. До этого она называлась серия Ice Trim. В кислородный бальзам, конечно же, да, то есть сейчас он вот так вот у нас выглядит, у многих он еще не закончился дома в сумочках, да, то есть он сейчас идет так же, как и раньше, как и до этого, все то же самое, просто добавилась функция у него, очень интересная. Это инновационная лаборатория Faberlic, инновация технологии 4D Target, в основе которой кислородные дроны, которые обеспечивают таргетированное воздействие на клетки кожи. То есть тот же самый, то есть его можно применять при ранах, при порезах, при укусах, при, да, то есть у него тут есть... Содержание новофтема, оно увеличено. Было раньше 20%, сейчас больше. Вот не могу вычитать где, но на вебинаре
Я читала, что намного больше, да, то есть вот, конечно же, можно использовать этот крем после депиляции, да, после того, как вы сгорели воздействие солнечных лучей, да, после агрессивных салонных процедур, химического пилинга, мезотерапии можно пользоваться, да. То есть это такое соцсредство для ухода за раздраженной кожей. Также его рекомендуется использовать малышам под памперс, чтобы не возникло раздражений. И при ежедневном применении помогает коже противостоять неблагоприятным климатическим условиям и восстанавливаться после стрессов, усиливает эффект других косметических средств. То есть вот это средство можно наносить также под крем. Да, также под крем. Цвет у него остался точно такой же, да, как видите, тут была закрышка. Да, цвет у него остался точно такой же. Он тоже такой вот густенький, очень вкусно, свежо пахнет, классно, здорово, прям все отлично. Также остался 50 мл и артикул 0257. Экспресс увлажнение, такой вот спрей, который мгновенно освежает кожу, повышает тонус, снимая следы усталости, можно наносить поверх макияжа. То есть это восстанавливающий активный спрей, он идет 100 мл и идет с пантенолом и минеральным комплексом. Артикул 0256, тут вы видите, он стоит 179 рублей, то есть он со скидочкой. Эта вещь не дешевая всегда была, да, и в принципе говорить о нем можно бесконечно. Я им очень люблю пользоваться, возьму в Доминикану, да. Компания с уровня золотого подтвержденного директора оплачивает поездки в разные страны мира. И я с собой брала прошлый кислородный спрей. Вы знаете, отличная вещица. Личико очень хорошо восстанавливает. И хотя бы кожа лица, ну как бы не идет вот это вот от солнечного фотостарения. Как для кожи вокруг глаз 15 мл. Вот такая вот аккуратненькая маленькая вещичка. 0239 артикул, 199 рублей он стоит с нашей скидкой. Если вы делаете более 50 баллов, то 26%. Если вы делаете менее 50 баллов, то он будет со скидкой 20%. Да? То есть все зависит от того, сколько баллов вы сделали в предыдущем периоде. Он наносится легко, он наносится классно, мне понравилось. Очень легкий такой, быстро впитывается, все в порядке с ним. Ой, свеженько так вкусно пахнет, да, то есть это легкий крем, который моментально улучшает цвет кожи, внешний вид кожи вокруг глаз, действует как невидимый корректор, маскирует темные круги вокруг глаз и придает коже здоровый сияющий вид. Да, на самом деле все так и есть. Я вот, вы знаете, я его попробовала, мне так было интересно, как он маскирует круги. Нет, он их не маскирует, но они становятся заметно меньше. Прям заметно меньше, прям вот, знаете, круги просто как будто вот немножечко менее видны, да, после бессонных ночей. Итак, далее, значит, крем для кожи вокруг глаз мы обсудили. Сыворотка для лица 15 мл. Ну, это та же самая сыворотка, замена сыворотки Ice Trim. Да, моя любимица. Я ее люблю смешивать с нашим тональным кремом. И вместе получается просто вау-эффект. Я смешала ее разочек. Вы знаете, да, точно такой же эффект. То есть, сами крема не сильно видоизменены. Да, они просто дополнены вот этим вот новым средством. Да, вот в принципе и все. 4D Target добавлен. А сами крема, они как бы не стали хуже, не стали лучше. То есть они просто... Вот эта вот сыворотка, она, ее можно использовать как самостоятельное действие. Она вот, видите, чуть-чуть кожа начала сиять. Это очень заметно будет, когда крем впитается. И эта сыворотка, она делает лицо таким, ну, более молодым, я бы сказала. То есть визуально все разглаживает, и вы становитесь намного моложе. Вот такая вот вещичка. Хватает ее, кстати, надолго. Артикул 0241. Вот. Состав, конечно, сложно сфокусировать. Да, и это как бы сыворотка увлажнения сияния. Она мгновенно придает лицу сияющий свежий вид за счет содержания мельчайших светоотражающих частиц, обеспечивает
увлажнение кожи, питание клеток кислородом, улучшение кровоснабжения, антиоксидантная защита, восстановление барьерных функций кожи, усиление действия всех активных добавок. Да, и способ применения тут, в принципе, очень простой. Нанесите сыворотку тонким слоем на очищенную кожу лица, а продукт можно использовать самостоятельно или комбинировать с другими средствами линии кислородное сияние. Я ее комбинирую именно с тональным кремом, мне очень нравится. Вот, далее, следующая новинка, это вот такая штука из глины, называется детоксикация и защита, маска детокс 50 мл, она активизирует процесс детоксикации клеток кожи, нейтрализует последствия, да, такая, она, кстати, ярче, чем на камере, камера немножко исказила цвет, нейтрализует последствия агрессивного воздействия окружающей среды, активно питает кожу. Артикул 0241. Вот, то есть ее нужно нанести на чистую кожу и через 15 минут смыть. То есть такая вот она яркая-яркая. На камере она более желтая, а так она такая скрасна. Очень приятный у нее свежий ароматик. Она шла с защитой, да, как вы видите. Действие у нее, я ее попробовала, нанесла один раз, да, кожа как-то становится глаже, чище, лучше, приятнее, то есть маска работает, и это очень даже красиво. Также она подойдет на подарок, потому что она пришла в такой вот симпатичной упаковочке, да, то есть вот, видите, какая у нее тут аннотация, все здорово, все классно. Как-то бы вот, наверное, вот так, да, можно поставить на паузу, почитать, если вам хочется. Тут есть еще активный комплекс, который запускает процесс увеличения количества особых суперклеточных органелл, которые обеспечивают выведение токсинов и свободных радикалов из клеток. То есть, ну да, вот маска на самом деле работает. Я почувствовала на коже какую-то свежесть, после нее, кстати, нет ни стянутости, ничего, и она как бы, кожа, она крем не просит. Следующий это у нас идет крем сияния дневной 0237 и крем сияния ночной 0238. Давайте же посмотрим сначала дневной. Дневной, что мне понравилось, он идет SPF 15, то есть его можно наносить днем и не бояться солнечных лучей. Очень-очень красиво оформлено все это дело. Что тут указано в аннотации? Да, то есть инновация лаборатории технологии 4D Target, в основе которой кислородные дроны, обеспечивает таргетированное воздействие на клетки кожи. В результате клетки кожи получают максимум энергии, и кожа становится увлажненная и напитанная питательными веществами. Состояние и внешний вид кожи улучшаются день за днем, обеспечивая длительный видимый результат. Эта линейка не антивозрастная, да, то есть она не антивозрастная, вот. Это просто дневной крем, который активизирует микроциркуляцию в тканях кожи, заряжает клетки энергией и возвращает сияющий цвет. Визуально сглаживает все неровности кожи и оптически уменьшает морщины. Специально фильтры обеспечивают защиту от солнечных лучей на уровне SPF 15. Вот. Такой вот классный кремчик. Я им сегодня попользовалась уже, как вы видите, все у меня открытое. Все было с защитой. Он такой, вы знаете, он такой густенький, да, как вы видите. Такой. Но я бы сказала, что он не особо-то и легкий, да, то есть он впитываться у вас будет, может быть, и долго, потому что он такой жирноватый, приятный. Видно, что он питает, хотя он и не антивозрастной. Но, да, и вот заметен такой легкий блеск, как вам даже его описать, который вот еле-еле-еле заметен, да, то есть что-то есть немножечко такое, как глянец, что ли, возникает после этого кремчика. Но он
прям еле-еле виден. И вот вы знаете, если не знать, что есть вот, вот эти вот частицы в этом креме, то даже и не поймете, что что-то с этим кремом не так. Вы подумаете, что это обычный крем. Но на самом деле есть немножечко такой легкий визуальный эффект того, что он выравнивает кожу и делает ее как-то вот глаже, моложе. Да, вот если даже сравнить, да, как вы видите, то вот эта ручка кажется как-то более такая блестящая, ровненькая, да, аккуратненькая, чем вот это вот. Да, сразу же видно, да, как бы вот это вот сравнение, если взять, что уже на, даже на камеру видно. Далее, ночной крем для лица, да, все вот на таких было защитных штучках, я их, конечно же, сорвала уже перед этим. Впитывается, мне понравилось хорошо, на лице не скатывается, он чуть-чуть немножечко идет плотнее, чем дневной. Пахнет такой легкой, приятной свежестью, тоже хорошо впитывается. Вот такая вот новиночка симпатичная, 50 мл, артикул 0238. Он идет как обеспечивание также клетками вот этого вот 4D Target. Вот, и это восстанавливающий крем, который активизирует микроциркуляцию в тканях кожи, заряжает клетки энергией, возвращает лицу здоровый сияющий тон, в течение ночи способствует регенерации кожи, насыщает ее влагой и разглаживает, стирая признаки усталости. Также тут есть комплекс, который в максимальной концентрации запускает процесс увеличения особых субклеточных органелл, которые обеспечивают выведение токсинов и свободных радикалов из клеток. То есть и дневной крем на это работает, и ночной крем на это работает. Да, такая вот интересная новиночка. То есть это питание клеток кислородом, улучшение кровоснабжения, антиоксидантная защита, восстановление барьерных функций, усиление действия всех активных добавок. Вот такой вот хороший кремчик. Вот. Конечно же, я им буду пользоваться им с удовольствием, но вот вы знаете, я уже как-то привыкла к более густым, более мощным кремам, это платинум, еще что-то, но я понимаю, что коже нужно давать отдыхать от антивозрастных кремов, и поэтому я не всегда буду пользоваться антивозрастными кремами, все равно буду возвращаться в базовые коллекции, а эту новинку, конечно же, хочется испытать и на себе. Далее, вот такая вот классная вещь, это многофункциональный BB-крем, он тоже идет SPF 10, он идет с таким вот дозатором, стеклянной упаковочке, именно стекло, крышечка пластмассовая, да, как вы видите, его до меня точно никто не открывал, ух, как много выдавилось, он идет, ну, вы знаете, мне кажется, что он будет желтить мое лицо. Ну, вообще-то нет, не особо-то желтит. Так, интересно, подстраивается ли он под цвет кожи. Так, давайте посмотрим. Это многофункциональный крем, подстраивается под тон вашей кожи. Все понятно. Потому что сначала мне на щечке показалось желтеньким, а потом оно куда-то начало потихоньку исчезать и смешалось с цветом моей кожи. Просто кожа стала ровнее, немножечко ровнее, да. Вот, он не сильно перекрывает, он не сильно маскирует, это легкое маскирование, да, также хочется сказать. А, да, также тут есть комплекс, который предотвращает появление покраснений. Специальные фильтры блокируют солнечные лучи, защищая кожу от пигментации. Шелковая текстура крема идеально подходит для кожи любого типа и тона. Вот, также тут идет восстановление барьерных функций кожи, усиление действия, да, то есть наносить на очищенную кожу лица для более плотного покрытия можно нанести повторно. То есть он не сильно плотно покрывает, но вещь довольно-таки интересная, с удовольствием израсходую. Но вот мне понравился новый, именно новый крем-блер, да, то есть вот он намного лучше. Этот, конечно, больше, мне кажется, крем подойдет брюнеткам. Я бы так сказала, видите, да, разницу. Разница, конечно, ну, вот видите, уже меньше стала разница, да, вот такое чувство, что он, правда, подстраивается, вот. Но все равно, как бы, не до конца, да, то есть немножечко кожу не то чтобы желтит,
Даже, знаете, даже что-то, как будто все исчезло уже. Непонятно, да, непонятно. Вот. Интересная вещичка. Ну, мне кажется, она больше понравится брюнеткам. Вот мне кажется, что это не мое. Также есть вот такая вот вещь. Это матирующий BB-крем. Тоже штука классная. Кожа после него симпатичная. Он идет для, как бы для кожи, которая уже и которую нужно матировать. Вот. Хочется про нее сказать, что тоже мне показалось, что мою кожу он желтит. Недостаточно как бы идет увлажнение, потому что у меня кожа сухая, а это все-таки жирная комбинированная кожа, да. Тон на самом деле, да, матовый, ровный. Он идеально подстраивается под тон кожи. Я бы не сказала. Немножко все-таки кожа становится темнее, чем до нанесения. Я это сначала не поняла. Когда я нанесла вот именно эту сыворотку, да, матовый ровный тон получился, да, скрывает видимые недостатки, выравнивает микрорельеф, да, то есть, ну, на тонный BB-крем он идет 30 мл, артикул 0274, стоит 449 рублей, но он для нас 300 с чем-то, для зарегистрированных, вот, вы знаете, все равно осталось... Как бы вот когда я нанесла этот крем на себя целиком, на ушки, на шейку, да, то есть носик, там лоб, все, я не видела, что на мне нанесен крем, он не заметен на коже, да, но когда я решила очистить пол лица и посмотреть, правда ли он подстраивается под тон кожи, я все-таки увидела, что одна половина у меня немножечко потемнее, чем та половина, которая без тонального крема. Все-таки это просто не мой тип кожи, не под мой оттенок кожи. Но кожа на самом деле не блестит, она такая матовая, она такая свеженькая становится. Вот мне кажется, что это будет любовь брюнеточек, да, у которых кожа не бледно-молочная, да, там с синими просвечивающими венками, да, как у меня, а для того, кто уже такой более смуглый, я бы так сказала. Вот, далее у нас идут такие вот крема. Это кислородный баланс дневной крем для лица, кислородный баланс ночной крем для лица и очищающая маска для лица. Вот, такая вот, такие вот они хорошенькие. Очищающую маску для лица это глина. Как вы видите, да, белая, белая обычная глинка. Вот, о ней я вам сейчас расскажу. Артикул 0275 у нее. Вот, маска для лица, которая тщательно очищает кожу от избытка кожного сала, матирует, обеспечивает ощущение свежести и гладкости, активные добавки из глубоководных водорослей, предупреждает воспаление, устраняет жирный блеск и нормализует работу сальных желез. Ну, дочка у меня ей один раз попользовалась, сказала: «Мам, нормально, заказывай еще». Все, больше она мне ничего не сказала. Вот, мы очень любим серию от эксперта антиакне. Нам она очень нравится. У ребенка все прыщики прошли от нее. И, боже мой, спасибо компании Faberlic за такую классную вещь, как антиакне. Вот, а это как бы она попользовалась один раз, говорит, кожу не тянет, говорит, все хорошо, вроде бы как и кожа кажется чистой и все. Но есть желание нанести после этой масочки очищающий какой-нибудь кремчик. Кожа все-таки, она говорит, как будто что-то не хватает. Вот что-то такое она сказала. Вот, поэтому вещичка, в принципе, классная. Поэтому, ну, если дочка еще раз и допользует и попросит, ну, конечно, да, у нее кожа жирная как раз, и ей надо, надо именно такое. Вот. Далее, значит, идет дневной крем для лица. Тоже очень интересная у него нотация, очень богатый, артикул 0272. Я его не наносила на себя, потому что у меня сухая кожа, да, но вам хочу сказать, что он такой легкий, приятный. Он реально легкий, он вкусно пахнет. Дочка на себя нанесла сегодня с утра, уходила в колледж. Вот, она сказала, что он легонький такой, приятненький, кожа, говорит, меньше блестит к обеду, ну и так далее, и так далее. То есть, вот все ее, как бы, наблюдения, больше она ничего не сказала.
Да, то есть это идет легкий крем, матирует, увлажняет кожу, восстанавливает водный жировой баланс кожи, ускоряет процесс обновления клеток. В составе крема входит матирующая пудра из глубоководных водорослей, которая отлично маскирует блеск и визуально выравнивает тон кожи. Растительный комплекс на основе кипрея предупреждает воспаление и усиливает ее защитные функции. Крем подходит в качестве основы для макияжа. Да, то есть он такой легкий, что он подойдет в качестве основы для макияжа. Вот. И, ну и, конечно же, технология 4-го поколения кислородной косметики 4D Target Innovation, да, то есть как бы обеспечивает антиоксидантную защиту и так далее, и так далее. Это я уже вам читала. Да, то есть вот такой вот дневной кремчик, который дочка сказала, нормально, измажу, да, то есть как бы, и потом, если уж он ей очень понравится, я сниму, может быть, в пустых баночках или еще как-то, да, то есть вещи, которые мне сильно нравятся, я их потом заказываю повторно, вы это знаете. Далее, значит, артикул 0273, это ночной крем для лица. Дочка его нанесла сегодня и сказала, что ей он показался жирноватым и что он вроде бы как долго впитывается, да, то есть все вот на таких штучках было. Я специально их оставила вам показать, как бы, что он долго впитывается. Но вот сейчас, да, я чувствую, что он идет плотнее, чем предыдущий крем. Ну, ночной крем он есть, ночной. Да, что же он делает, да, то есть он восстанавливает водный жировой баланс кожи, заметно улучшает ее внешний вид, восстанавливает расширенные и закупоренные поры в нормальное состояние и предупреждает воспаление, устраняет жирный блеск. В состав крема входит кипрей, мощный иммунокорректор, который предупреждает воспаление и устраняет жирный блеск. Активная добавка из глубоководных водорослей подсушивает кожу и нормализует работу сальных желез. То есть как бы вещь как раз та, что нужна моей дочке. По аннотации я считаю, что в принципе, пусть она им попользуется, потом мне скажет, какой у нее результат, еще что-то. Потому что антиакне она пользуется уже 1,5 месяца, пора бы прекращать им пользоваться, потому что, ну не знаю, может быть, вдруг он помогать перестанет или еще что-то. Ну помогать, может быть, он и не перестанет, но все равно же лечебная косметика, она должна быть в меру. А на постоянную основу ее как бы... Я думаю, что не нужно ее на постоянную основу, а вот это вот просто как поддержание кожи в порядке, да, вот поддержание кожи в порядке, я бы так сказала. Вот, вещь не антивозрастная, да, поэтому, да, вот тут еще как бы исследования идут, что на 36% уменьшается число открытых комедонов, на 13,8% снижается секреция кожного сала. То есть он сужает кожу, предупреждает воспаление, устраняет жирный блеск. Матирует и увлажняет, восстанавливает водно-жировой баланс, идеально подходит в качестве основы под макияж. Это вот дневной и ночной. В принципе, стоит очень бюджетно. 329 рублей, если брать оба. Ну, я считаю, что это очень-очень-очень бюджетно. Далее, для нормальной сухой кожи. Вот это вот моя серия. Всю ее испробовала. Мое мнение, я бы поставила как базовый уход 5 с плюсом. Как антивозрастной уход, конечно же, это просто для поддержания кожи. Это морщинки, они, конечно, не особо-то уберут. Ну, это мое, конечно, мнение. Да, кожа будет свежее, еще что-то. Но если у вас уже есть там возрастные глубокие морщинки, то понятно, что вот это вот... Эти крема, они не будут так хорошо работать, как, допустим, платинум, там, ампулы платинум, да, то есть вот все равно есть разница. Во-первых, так, мне не достался крем для кожи вокруг глаз, 15 мл, его нет, но я буду этим с удовольствием пользоваться, да, розовеньким. Далее, значит, мне зато достался эта маска для лица 50 мл. Вот такая вот красавица, артикул 0268, она повышает эластичность, упругость кожи, вот эта масочка, а также она тонизирует, повышает и насыщает кожу питательными веществами. На самом деле классная штучка, после нее нету ощущения, что хочется нанести крем, но я крем все равно наношу. Вот, ну, как бы, да, классная такая, мне понравилась масочка, ну, знаете, она еще и добавок обычная такая вот беленькая, да, вы ее нанесли, вот, давайте, ну, она такая очень-очень густая, да, и способ применения у нее на очищенную кожу,
лица, нанесите маску, избегая области вокруг глаз. Через 10-15 минут снимите остатки салфеткой. То есть она не требует смывания. То есть очень удобно. Вы ее нанесли, а все, что не впиталось, вы потом с лица просто салфеточкой снимаете. То есть она может быть что-то типа... Может быть, ночного крема подойти, да, потому что ее можно не смывать. То есть, ну, такая удобненькая штучка. Я люблю такое что-то удобное. Вот такое прям удобное-удобное. Может быть, я, конечно, ленивая, но мне очень нравится именно удобство. Далее, питание и защита. Быстро снимает сухость, шелушение, восстанавливает защитный липидный слой. Да, то есть это крем питания. Оба идут по 50 мл, дневной, ночной. Вот это мне и надо. Да, то есть ночной он восстанавливает в течение ночи, насыщает кожу питательными элементами, увлажняет, возвращает упругость, эластичность, снижает последствия дневного стресса. Но утром я встала после этого крема, да, кожа такая хорошая, приятная, мне даже как бы, вы знаете, бывает такое, что когда вот крем слишком жирный, слишком питательный, им долго пользуешься, он уже начинает плохо впитываться, потому что кожа наелась, да, есть такое, знаете, выражение, наелась кожа, да, тут... Не было такого ощущения, что там я хочу умыться, быстрее протереть лицо, чтобы нанести дневной крем. Он так, он полегче, этот кремчик, да, то есть посимпатичнее так вот действует, чем антивозрастной. И дневной крем для лица, он такой легкий, приятный, я бы сказала, даже классный. Вот, кожа у меня как раз сухая, и я, конечно же, с удовольствием буду этой серией пользоваться. Вот, значит, это питательный дневной крем, который насыщает кожу всеми необходимыми компонентами, которые поддерживают баланс влаги, делая кожу более мягкой. Комплекс способствует уменьшению воспалительных реакций сухой и чувствительной кожи, быстро снимает сухость шелушения, восстанавливает липидный слой и его защитные функции. Он идет не SPF, да, то есть если розовенький SPF, то этот нет, он не SPF. Также улучшается питание кислородом, улучшение кровоснабжения, антиоксидантная защита, восстановление барьерных функций кожи, усиливает действие всех активных добавок. Да, то есть вот такой вот кремчик. Я думаю, такие крема даже можно и дарить. Забыла вам его показать. То есть он такой простой, беленький, да, как видите. Он такой легкий, такой приятненький. Знаете, вот мне кажется, он сейчас у меня в пальце быстренько впитается, хотя уже тут не один слой крема. Да, то есть такой вот он классный. По коже так его здорово наносить. Он прям, знаете, так скользит, как будто там много гиалуронки, но понятно, что гиалуронки в нем вроде бы нету. Но надо посмотреть состав. Вот глицерин тут есть, вода. Вот, вроде бы гиалуронки не вижу, но я не сильна в аннотациях на английском языке. Вот, далее, значит, что бы вам хотелось показать, это вот такая вот серия, тоже Axiology, тоже новинка, тоже здорово. Да, первая это пенка, которой я умылась, это очень-очень нежная пенка. Она такая нежная, она такая густая. Видите, она даже не течет. Посмотрите, да? То есть она даже не течет. Она такая густая, насыщенная. Вот, я не знаю, два раза, вот два нажатия хватит, чтобы умыть все лицо. Она очень хорошо очищает. Она быстро смывает реснички, что мне понравилось. Да, знаете, бывают такие средства, которые плохо смывают реснички. Артикул у нее 0,255. Она большая, такая тяжелая. 175 мл идет. Да, то есть не маленькая. Это очищающая, простите, да, зачитываюсь. Очищающая пенка МОС. Бережное очищение для всех типов кожи. Мне она очень понравилась. Она быстро и деликатно очищает кожу, удаляет любой макияж и поверхностные загрязнения. В состав входят увлажняющие и смягчающие компоненты, которые разглаживают кожу, улучшают цвет лица. Да, также идет тут 4D таргет и способ применения. То есть помассируйте кончиками пальцы 1-2 минуты, затем смойте теплой водой. Да, то есть, ну, как бы такая. Вы знаете, у нее обалденно классный свежий, приятный аромат, вот почти как у бальзама, вот почти, да,
такая вот красотища. А следующее, это такая вот классная вещичка с артикулом 0253. Ага, так, 0253. Это мицеллярный лосьон. Я так понимаю, это замена нашему предыдущему мицеллярному лосьону. Я его очень любила. Это как обычная, как водичка. Он написано, что не требует смывания. Смочите ватный диск лосьон и очистите кожу лица. Не требует смывания. Используйте ежедневно, утром или вечером. Вот, и все, в принципе. Он также хорошо снимает косметику, все хорошо. Да, то есть такая обычная, вкусная, пахнет лучше, чем предыдущий. Очищает точно хорошо, я им уже попробовала очищаться. Да, далее, вот молочко для снятия макияжа, тоже Oxyology. Вы знаете, 150 мл, вкусно пахнет, артикул 0277. Оно вроде бы такое и густенькое. Давайте я прям сюда в крышечку капну, все равно я им буду пользоваться. Оно такое вроде бы густенькое, да, все хорошо. Пахнет очень приятно, свежестью такой, да. Но вот, когда я его нанесла на ватный диск и начала умывать лицо, оно мне показалось каким-то суховатым, да. Мне захотелось еще побольше выдавить. Вот, но ватный диск, оно впитывается тоже плохо. У меня все закапало на стол. Я потом думаю, как же им пользоваться, но чтобы поудобнее, да. То есть капнула на ватный диск, немножечко его так посгибала и начала очищать. Первый раз очистила лицо с тональным кремом. Ватка, ну, понятно, вся грязная. Второй раз опять вся грязная. Третий раз опять вся грязная. И я решила лицо долго не тереть. И просто уже смыла вот этой вот мицеллярной лосьоном. И, значит, после трех ваток кожа не очистилась до конца. После этого лосьона врать я вам как-то не хочу, не буду, и ругать это средство мне тоже не хочется, но оно мне показалось каким-то не особо эффективным и не особо, как даже вам сказать, оно нежное, оно хорошее, оно вкусно пахнет, но его, мне кажется, надо очень много раз, да, то есть лицо, я так понимаю, надо протереть раз 5, если вы очищаетесь ваткой. Может быть, если его нанести на кожу и потом водой смыть, будет другой эффект, но я пользовалась именно ватным диском с ваткой. И вот это средство я, конечно, не порекомендую. Оно мне не подошло, оно мне не понравилось. И как бы эффекта я от него не увидела. Все равно после трех очищений я брала 3 свежих ватных диска, брала 3 штучки, да, мне не понравился эффект, потому что я все равно потом протирала лицо мицеллярной водой, и все равно у меня тональный крем оставался на ватном диске после 3 очищений вот этим средством. Очень даже странно написано, в принципе, молочко для снятия макияжа. Вот тут бы я подумаю, но второй раз я его, конечно, не куплю, если его не перевыпустят, как-то его не улучшат. Но вот, знаете, это, наверное, второе средство Faberlic, которое мне, ну, никак я его не поняла. Мою кожу оно не очистило. Недостаточное очищение абсолютно. Вот. Далее, значит, хочу вам похвалить отшелушивающий скраб для лица. Как раз нежный, как раз приятный, как раз такой, какой должен быть скраб, чтобы не поранить кожу и отлично ее проскрабировать. Он скраб нежный, легкий, но вот эти вот частички мелкие, они остренькие. Вот видите, они такие синенькие, остренькие. И тут как будто вот что-то есть типа сахара еще в составе. Ну, понятно, что его нет, но все равно кажется, что он сахарный, да? Это отшелушивающий скраб, эффективно удаляет сухие клетки, да, ускоряет регенерацию. Да, он мне очень понравился. Способ применения у него легкий. Нанесите небольшое количество на влажное лицо, помассируйте и смойте теплой водой. Ну вот вы знаете, я вчера пользовалась, еще только вчера пользовалась гамажем вербены. Вербена у нас с вами идет антивозрастная, она идет 30+. И очень интересно получилось, когда я начала пользоваться этим. Вот он чуть-чуть грубее, чем гамаж для лица вербена. Вот. То есть, как бы он нежный. Он не такой, вот знаете, вот бывает там с абрикосовыми косточками вы трете лицо и прям чувствуется, как лицо царапается. Нет, он
деликатно, нежно очищает. Артикул 0269. Запах просто у всей серии, ну просто обалденный. Я прям не знаю, как его описать. Это прям мое-мое. Я очень люблю такие свежие ароматы чистоты. Далее очищающий гель для умывания. Умылась им пару раз. Хвалю. Хорошо очищает. Артикул 0258. Он густой. Он не пенится. Он вообще практически не пенится. Немножечко где-то так чуть-чуть возникает пеночка, но она небольшая. Да, хорошо. Хорошо справляется со своей проблемой. Да, то есть нареканий к нему нет. Это просто очищающий гель для умывания 150 мл. Он идет как очищение, свежесть. И вы знаете, он... не сушит кожу, вот забыла это слово, он не сушит кожу и не оставляет ощущения стянутости, да, то есть это правда, вот, после него не хочется бегом бежать, наносить быстрее крем, потому что все лицо стянуло. Хорошая такая штучка, да, очень хорошая штучка. Он идет для жирной комбинированной кожи. Как вы знаете, у меня кожа сухая, нормальная, но я вот почему-то, мне он очень понравился, очень. Вот. А далее идет такая вот очищающий гамаш для лица. Да, то есть я его тоже открыла. Он такой идет зеленоватенький, да, нежно такой зеленоватенький. И он идет, знаете, такой нежненький. Вот он, видите, густенький, что-то типа геля. Ой, как вкусно пахнет, да, какой-то вот гелевый, да, гамаш для лица очень интересный, то есть не кремовый, а вот именно, видите, как гельчик. Вот, он тоже идет для жирной комбинированной кожи, то есть это для моей дочки. Вот, бережно удаляет омертвевшие клетки, растительный комплекс на основе кипрея и активная добавка из экстракта планктона устраняет жирный блеск и матирует кожу. Вот, это для дочки. Я им попользовалась, да. Он деликатно очищает, он не царапает лицо. И, в принципе, очищения мне хватило. Мне нормально. Но часто им пользоваться нельзя, потому что это не мой тип кожи. Далее, значит, для нормальной сухой кожи. Это идет нежный тоник для лица, тонизирование и увлажнение. Да, то есть тоник очищает кожу от средств для снятия макияжа. Да, то есть вот мицеллярную воду можно смывать этим тоником. Дарит ей приятные ощущения свежести и чистоты. Обогащен увлажняющими молекулами, тоник разглаживает поверхность кожи, поддерживает ощущение комфорта и способствует эффективности последующего ухода. То есть подготавливает кожу под крем. Тоже вещь классная. Да, протерла им личико. Он такой беленький, прозрачный. То есть водичка водичкой, да, как вы видите, вот он катается. Ой, не могу, как вкусно. Серия пахнет просто. Просто вот, я не знаю, прям угодили мне, угодили, вообще обожаю. Артикул 0259, оно идет 150 мл, то есть не маленькое. И вот как раз, хотя и мицеллярная водичка не требует смывания, но мне говорили, что все равно воду нужно смывать, мало ли что написано. Вот. И я так понимаю, что смыть мицеллярную воду желательно вот этим вот тоником. Сначала, значит, мицелляркой снимаем макияж, а потом снимаем тоником, да. Вот такая гора новинок. Все понравилось, все нормально. Единственное, что вот эти крема пойдут для брюнеток. Это 100% для брюнеток, потому что моя белая кожа это не приняла. И вот это вот средство, так и я не поняла, как им пользоваться. Может быть, не распробовала, не знаю, но оно мне не понравилось. Больше всех мне, конечно, понравилось вот это вот крем для кожи век. Очень мне понравилась маска Detox, вот, или Detox, не знаю, как правильно говорить. И очень понравилась вот эта вот серия. Именно для кожи, для увядающей, для ослабленной кожи. Вот. Ну что ж, дорогие коллеги, если была вам полезна, с вами была Аня Кононова, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на оповещения в виде колокольчика. Еще много новых видео впереди.